Мирослава Карпович – акторка українського походження. У її активі десятки кіношних ролей та театральних постановок. Найгламурніша татова дочка з одноіменного серіалу на новому каналі. Мирослав, зараз папіної дочки з успіхом йдуть на новому каналі. Твоя героїня Маша Васнецова на Яри Шопоголик. А от як у тебе з цим? У мене такого немає. У мене є якийсь період, коли я розумію, що, видимо, вже пора якихось перемін. Тому що, скажімо так, за ці два роки мій вкус дуже не змінився. Якщо в якийсь момент, там, пару років тому, у мене було бажання, було якісь буйство красок, то есть я носила приблизительно, як ваша блузочка. Очень красиво. У меня тоже есть такой в гардероб. Я чаще всего хожу, у меня сейчас так доминируют какие-то очень элегантные ботинки, либо мужские, либо женские. И, конечно же, какие-то очень красивые серьги. Я люблю красивую бижутерию. Таким образом можно как бы манипулировать ими. Кажется, что ты все время в новом наряде, но на самом деле это игра аксессуаров. И у нас хоть и утреннее шоу, но я не могу ради всех украинских мужчин не вспомнить о твоей фотосессии для мужского глянца. Вот скажи, а зачем тебе это было нужно? На самом деле, они очень давно меня звали, года два подряд. И мне позвонила Саша Блинков, главный редактор журнала «Максим». Он говорит: «Мир, слушай, давай на февраль какой-нибудь там шум наделаем». Ну, я вообще в этом не разбираюсь ни в пиаре, ни в шумах, ни о чем. Я говорю: «Сейчас 5 минут, я маме позвоню, звоню маме». Он говорит: «Ну, что ты страшная, там, толстая, там, какие-то проблемы, какие-то комплексы». Я говорю: «Да нет, мам». Она говорит: «Ну, давай, они хотят, чтобы ты была как Мира Карпович или какой-то образ». Я перезвоню Саше. Саша говорит: «Давай Мату Хари сделаем». Я говорю: «Мата Хари, это что это?» Я говорю: «Мам, Мата Хари». Мама говорит: «Так сам Бог велел. В кино пока не дают Мату Хари». Говорит: «Так возьми на фотосессии». И мы прям, я помню, я с поезда сошла и поехала на фотосессию, у меня было всего 5 часов. И это было шикарно, 3 человека на площадке, фотограф, девушка по гриму, девушка по свету. И все, было очень все деликатно. И то, что люди видели, это ни в коем случае не я, я совсем другая, я более утонченная. У меня был режиссер, у меня была задача, я как актриса ее выполнила. Но главное, для такой фотосессии не надо было спрашивать разрешения молодого человека, да? Вот твое сердце до сих пор свободно. Никаких молодых человеков, даже если бы он был, а я достаточно свободолюбивая. В тот момент, ну, у меня было такое настроение, и я поддалась. Возможно, если бы у меня было какое-то внутреннее другое предупреждение, я бы, возможно, и остановилась. Но если я что-то задумала, то меня никто не остановит. Ты окончила школу-студию МХАТ. Есть такой стереотип, что туда поступают по протекции. О, я не знаю даже, какая у меня должна... Я не знаю, с какого неба эта протекция должна на меня была свалиться, потому что у меня нет в семье вообще актеров, и не было никогда. И все говорили: «Да, ну куда она идет, ничего не получится». И мама моя, она больше всех в это верила. И я как бы, я пробовала во все вузы поступать, и в каждом вузе у меня был какой-то свой маленький провал, который давал мне как можно больше сил. То есть все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я каждого человека, я прислушивалась, как знаки, которые были вокруг меня. Я все изменила, и школа-студия для меня казалась самой недоступной, потому что она была такая шикарная. Еще и Табаков Олег Павлович набрал. Мне казалось: «Вау, никакой протекции, только Господь Бог и все, и правда, и те люди, которых он мне послал на моем пути». Ты как-то говорила, что просыпаешься по старой университетской привычке всегда в 6:30. У тебя есть какой-то ритуал настроенный на день? Да, вы же ко мне приезжали в Москву, вот прям 2 дня путешествовала с вашими коллегами по Москве. Я рассказывала, что у меня есть ритуал, который мне показал Андос. Открываю глаза, хлопаю в ладоши, настраиваюсь космосом, говорю: «Сегодня будет великий день». А дальше я умываюсь холодной водой, под музыку делаю зарядку. Еще я иногда в пижаме на машине своей провожаю брата в школу, ему это очень нравится. Всем доброе утро, доброго ранку!